Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей, усадьба Мятная Поляна, Псковская область. Ко мне пришел сосед Рома. Говорит, проблема, забила трубу. А труба у нее не простая, а золотая. Называется сэндвич-труба. Все ее знают, полюбили. Но она, оказывается, набирает на себя налет, нагар. И дымоход уменьшается в разы. Что надо делать? Чистить. Для этого надо что сделать? Правильно, ёршик для того, чтобы чистить трубу. Вот сейчас этим и займемся. Берем трубу 15-ю, навариваем крючки, делаем ручку из того, что было под наращивание, например, удлинение палкой, там чем угодно. Поехали. Да, сейчас заводим чудо-технику, генератор. Генератор Green Power, газовый, заводим. Одеваем сварочную маску. Такая получается штука. Ты это хорошо взял.
трубу не попортить, гвозди-то острые. Гвозди загибаем потом пассатижами. Примерно вот так. Ну это ладно, я уже. Пасочку, пасочку. Перчатки мои одень. Чтобы руки не повредить. А там будешь обрезать? Или кусок так оставишь? Друзья, вот такой ёршик получился, забавный. Он единственный в мире. Так что, если кому надо, обращайтесь. Мы, конечно, живем в глубинке, но можем много. Против джипов помогает. А еще удобно, если нежелательный клиент есть, там, например, заезжает к дому прямо этот на джипе, можно кинуть и протыкать колеса кому хотите. Вот. На такой веселой ноте мы прощаемся. С вами был Алексей, Роман и чудо-ёршик. Не смогу подставить. Пока.